разные времена ценились и разные формы. Все помнят эпоху рубинсовских красавец, эпоху твиги и топ-моделей. Но упругое и подтянутое тело актуально во все времена. Ведь здоровье – это самое главное. И это то, что легко потерять, а потом сложно купить. Решать только вам. Если вам от 18 до 65, вы недовольны своим весом или формами, у вас проблемы с уверенностью в своей красоте, тогда примите участие в реалити телеканала M-Television «Стройная и счастливая». 16 шагов к идеалу. Вы можете присоединиться к проекту «Стройная и счастливая. 16 шагов к идеалу» в любой момент. Справки по телефону 292-16-35, 8-917-36-99-99. Элитные салоны красоты имеют достаточно большой спектр услуг, к примеру, косметология. Именно сегодня наши участницы будут делать эксклюзивную процедуру по борьбе с лишним весом. Альберт, здравствуйте. Сегодня на Преображении у вас наша участница Любовь. Расскажите, что ее ожидает. Здравствуйте. Сегодня для участницы Любови мы делаем антицеллюлитный массаж и маникюр с покрытием гель-лак. Меня зовут Гульшат, я мастер антиоксидантного сервиса. Сегодня мы будем делать снятие гель-лака, также маникюр обрезной классический и будем покрывать таким же эффектом кошачий глаз. Добрый день, меня зовут Малинина Мария, врач-косметолог. Сейчас мы будем делать процедуру антицеллюлитного массажа. Он улучшает кровоснабжение, усиленно сжигает жиры, улучшает лимфодренажные свойства организма. В целом придает тонус коже, подтягивает кожу очень хорошо. Все, процедура окончена. Спасибо большое, что пришли к нам. Жду еще на повторные процедуры, потому что массаж нужно делать курсом. Сегодня в салоне мне сделали ногти. Девочка мне очень понравилась, такая приятная, вежливая. У меня были наращенные ногти, она со мной очень долго возилась, пока все это сняла. Ну, молодец. Я, конечно, очень довольна, что избавилась от ногтей и получила именно вот такие ногти. Спасибо. Сейчас мне делали массаж. Девочка тоже очень приятная, такая хорошая. Делает, несмотря на то, что такая хрупкая, но очень даже эффективно делает массаж. Просто ощущения такие, даже болевые. Мне очень понравилось. Я рекомендую всем прийти в этот салон.
смотрели телеканал M-Television реалити-проект «Стройная и счастливая. 16 шагов к идеалу». На сайте телеканала www.mtelevision.ru проходит голосование, где вы можете отдать свой голос понравившейся вам участнице. Ну и, конечно же, на ежегодной церемонии Fashion and Beauty Day мы подведем итоги и объявим победительницу зрительских симпатий. Ну и, конечно же, присоединиться к проекту, стать его участницей вы можете в любой момент.